И добро пожаловать, ребятки, у нас сегодня будет очень интересная игрушечка под названием «Собери аниматроника». Эту игрушечку я нашел на просторах интернета. В принципе, погнали, не будем медлить. Тут довольно-таки прикольное такое начало. Я вижу Фредди, Бонни, Чику, а также Фокси. В принципе, поехали. У нас тут, значит, смотри, есть старые аниматроники и есть новые аниматроники. В принципе, погнали с нового аниматроника. Так, смотри. Мы можем... О, ты твою налево! Господи, я вообще жестко испугался. Так, шикарное начало, ладно, окей. Хорошо, смотри, значит, на кнопочку молнии не жмем. Куда нам надо жать? Смотри, значит, мы чиним его голову. Undo head, undo body, потом правая и левая рука, а также ноги. Окей. Пробуем чинить. Так, окей, мы починили головешку нашего Фредди. И я уже вижу, что он уже что-то там не в себе. Ладно, окей. Будем чинить тогда дальше. Тело чиним. Эта игрушечка сделана всего лишь одним человеком. Это очень круто, то есть это инди-игра, инди-хоррор, и это очень круто. Так, окей. Твою налево! Господи, я аж с кресла подпрыгнул. Фух, ладно, окей, пробуем дальше. Так, смотри, что нам надо сделать вообще? Окей, давай пробуем голову чинить. Смотри, довольно-таки прикольный графончик, вот мы видим экзоскелетик. Такой вот, как бы, Фредди, и он прозрачный, как бы, внутри мы видим у него механизм. Да как ты так? Я даже голову не успел тебе починить, а ты уже нападаешь. Ладно. Смотри. Окей. Окей, 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 окей. Сейчас чиним голову, и смотри, что мы сейчас будем делать. Я надеюсь, что он на нас не нападет. Тихо. Так, комплит, все. Так, он уже такой смотрит на нас. О, все, я тебя понял. Все, я понял, как тебя надо чинить. Я понял, как тебя надо чинить, дорогой друг. Окей, в принципе, сейчас будем чинить. Давай, 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 давай. Я тебя прошу, 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 прошу. И уже какие-то. Я услышал очень страшный звук, и он на нас напал. Это жестко. Так, окей, ладно. Ну, хоть одного аниматроника за видео мы должны починить. Все-таки это реально сделать. Окей. Голова комплит, все. Да ё-моё, как? Я не пойму твою тактику. Окей, погоди. Это, блин. Ну окей. Хорошо. Этих аниматроников старых, к сожалению, пока чинить нельзя. Но все-таки голову-то нам надо попробовать починить. Давай. Вот, правда. Вот как? Смотри. Давай попробуем сейчас починить голову. И попробуем вот так сделать. Я не знаю, конечно, что это нам дает, но давай попробуем дальше. Да и как? Попытка номер. Не знаю, какая. Мы пробуем чинить. Ну как? Это невозможно. Меня этот уже скримак начинает доставать. Окей, погоди. Вот что вот это? Ладно, давай попробуем с ноги попробуем. С правой ноги. Да ну! Он не хочет. Он не хочет. Когда я его чиню с какого-то не той части тела, он уже все, он уже на нас нападает. Ладно, хорошо, голова так голова. Будем пробовать тогда поочередно. Надеюсь, ты... Да ну! Так, ребят, я починил тело. Это у нас произошло. Смотри, я определенную выработал тактику нашего медведя. И мы чиним, значит, его потихоньку.
Ну, ё-моё, она... Это было страшно, это было страшно. Так, тихо. А это я уже увидел, как ты, гад, пытаешься. Тихо, давай. Комплит, я ему починили руку. Ключи нахрен его. Это было страшно. Давай. Побольше. Прошу тебя. Гадская ты морда. Ладно, извини, что тебя так назвал. Я-то рублю тебя. Так, все, давай. Я смогу, типа, починили ногу. Ребята, последнее... Ух ты, ё-моё. Я ж тебе во благо чиню, чувак. Ой, мать, так отруби его. Вот очень страшно, когда у него... Ребят, финишная прямая. Давай. Да! Yes, я это сделал, ребята, да! Я починил медведя! Ура! Да, ребята, все, мы прошли медведя. Окей, у нас еще впереди три человечка. Это Бонни, Чика и также Фокси. В принципе, ребята, я думаю, пока закончим на этом данную игру. В принципе, на этом все. В принципе, продолжим в следующей серии проходить других аниматроников. На этом все. Подписывайтесь на канал, для видео, ставьте большие пальцы вверх. Обязательно переходи на в группу ВКонтакте, посмотри там новые прикольные новости. В принципе, на этом все. Услышимся. Пока-пока.